Сегодня мы видим, как общество Дагестана подшатывается, расшатывается. И причиной этому становятся в большинстве случаев те, кого мы сами воспитали, дорогие братья. И это является для дагестанского народа позором. Мы не знаем, сможем ли мы этот позор смыть кровью, потом и слезами. Вы взрослые люди, вы взрослые мужчины, вы отцы, вы дедушки. Вы забыли вчерашний день и сегодня начали по-другому абсолютно смотреть на происходящее вокруг, дорогие братья. Если человек не может увидеть, что кто-то отделяет маленькую группу верующих людей от остального джамаата, насколько же ваши сердца стали слепыми, дорогие братья, всего лишь за несколько лет. Некоторые братья, даже среди муридов, я это говорю в общем, но хочу сейчас немного узко взять, среди муридов тоже есть те, которые пытаются разделить общество. Не в общем общество, даже общество, группу муридов хотят сделать раскол среди муридов. Мурид хочет сделать раскол перед муридами, между муридами. Какой бы ни был у этого человека эльму, какой бы ни было у этого человека роду, этот человек позорник. Это если вам недостаточно понять, что этот человек не человек, то вы куда смотрите, дорогие братья? Неужели вы настолько ослепли духовно, дорогие братья? Куда уходит ваш викр, куда уходят ваши намазы? Ваши намазы вас не спасают, дорогие братья, значит, у вас проблема с намазами. Ваши посты не спасают вас, значит, у вас проблема с постами, дорогие братья. Или вы потеряли веру в Аллаха, вы сомневаетесь в величестве Аллаха. Что с вами происходит, дорогие братья? Опомнитесь, дорогие братья. Опомнитесь. Перед нами есть имам. Этот человек для нас достаточен, чтобы за ним следовать. Есть имам района, этот человек достаточен, это маяк района. Что вы хотите еще? Какой алим, какой мутаалим, какое родословное происхождение может тебя отвести от этого имама? Субханаллах. Каждый, кто пытался отойти от Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, какой у них был конец, почитайте историю. Те, которые хотели отделиться от Абу Бакра, почитайте историю. Те, которые хотели отделиться от Умара, от Усмана, от Али, رضي الله تعالى عنهم. Почитайте историю, дорогие братья. Эта история и до сегодня, и после сегодняшнего дня тоже будет продолжаться. Перед вами есть имам района, маяк. Это правило никогда не менялось, это правило не меняется, это правило не будет меняться. Есть имам района, и всех, для всех он маяк. Если вы не видите маяк, это не беда маяка, дорогие братья. Особенности, проблема у молодых братьев сегодня. Почему у молодых братьев проблема? Потому что сегодняшние взрослые пошатнулись. Сегодняшние взрослые пошатнулись. И вы уничтожаете молодежь, дорогие братья. Пессимизм взрослых и неответственность молодых. Пессимизм взрослых порождает в молодежи безответственность. Это и есть причина этому всему, дорогие братья мои. Уважаемая умма Мухаммада, вернитесь на тот путь, с которого вы сейчас уходите. Уважаемая умма Мухаммада, вернитесь на тот путь, от которого вы сейчас уходите, не чувствуя того, что вы уходите, дорогие братья. Не чувствуя, так и сказано в хадисах, мы будем уходить от этой религии, не чувствуя, как мы от нее уходим, как мы с нее соскальзываем, дорогие братья.